DIY。В сегодняшнем видео будем делать вот такие цветочки из фома. Нам для этого понадобится сам фом. Вот такая у меня штучка, это для украшения тортов. Заказывала с Алиэкспресс. Так, пастель у меня вот красного цвета. Влажная салфетка. Две штучки тычинки. Клеевой пистолет, тейп, лента и проволока. Вот такая проволока такая. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Такие цветочки у меня получились. Вот наделала. Вот. Много. Если вам интересно, что буду делать с этих цветов, оставляйте комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.